красота. Внизу начинает вырисовываться какое-то подобие жилища. Верстак, музыка. Подобие? Да. Ну, верстак, музыка, сундуки под каблу. Да. Довольно жалкое подобие, надо признать, но все ж таки. Это о чем? Внизу начинает вырисовываться какое-то подобие жилища. А, понял. Верстак внизу появился. Сундуки. Понял, понял. Музыка заиграла. Осталось только дойти, пройти эти два угла. В процессе уничтожения. Крыша над головой. Будет вообще все замечательно. Скоро этот себе ископает. Ну чё, попробуем, что ли, сейчас мне тоже настроить? Давай, давай. Опин. Кого тебе построить? Сейчас тогда немножко ещё постреляю здесь. Опин VPN. Коннект настроить. Коннект, да. Умное слово. Англицизм. Шахта почти себя выработала. Какая именно? Это карьер? Угу. Он сам остановится, когда закончит. Да, понимаю. Ей-богу, Майнкрафт надо, собственно, радио уже заводить. Предлагаю радио Гага. Чё за Гага? Мама. Give him my, give him my, don't you give him my. Бока фейс. Ужасно. Шурик, я на это радио не подписывался. Это не радио Гага. Да. Лайт, это лайт версия. Нет, это явно хард, причем хард, так нервы только в путь уходят. Ясно. Вот уже. Так, ладно, все запись прерывается к чертовой матери. Сейчас будем VPN настраивать. Пытаться, по крайней мере. Может быть, а может и не быть. Такие нубы, как я, бы через хамач и точка. How much is the fish? Дорого. Скутер не споет. Ладно, я опять записываю, так что давайте там пердите, материтесь. И другие... Я бананы ем. О, тоже нормально. Ешь эротичнее, пожалуйста. Сушеный банан. Ну, никто не говорил, что будет легко. Эротичнее, эротичнее. Шурик замолчал, сосредоточенно ваяет резину. Да я реактор делаю ядерный. Нам нужно больше энергии. Для чего? Для вс... Вроде поезда не запускаем, космический корабль тоже, а энергии все равно... Энергии мало. Поставь еще 20 ветряков. Нахер. Чё нахер? Чи экологически чистая энергия, хорошая вещь. Ядерная энергия тоже. Этот. Ну-ну. Самая экологичная, самая чистая. Угу. Ой, а я тут уже все почистил. Так. Ребят. Угу. Я прошу прощения, а поебал. Что такое? А кто мне тут дырку в стене оставил, признавайтесь? Не знаю, точно не я. Вы ж так в прошлой тут во все стороны ходили, а? Я не стрелял. Скачет в тебя. Я промазал, упс. Все было сделано при тебе. И в меня, да? Злые вы, нехорошо.
строишь, строишь. Поставил пару блоков без не обсидиановых, и все начинается. А еще спрашивают, нафига мне столько обсидиановых блоков? Вот из-за таких вот стрелков, блин. Которые так и норовят пальнуть куда ни попади. Ну а что я-то сразу? Не, не сам говорил, ты сам пуляешь? Сам я дома тоже поджигаю. Пуляю. Да. Я хотя бы поджигаю. Уничтожаешь всю культурность. Ой. Ой. Ты где слова такие? Вообще, кто тебе такие слова страшные сказал, а? По губам надаю сейчас. Будешь еще выражаться у меня в прямом эфире, понимаешь? Почти. Чё? Культурность. Ты вообще сам понимаешь, что ты говоришь? Понимаю. Слова. Много. Разные. А я лагаю, да? Нет. А, ну что тогда? Я банан. Да, это мы поняли. Так. Банана. Банана, мама. Мама. Да, она самая. Так, собственно. В чем заключается основная проблема? В том, что я под водой. Кстати, у меня музыка. Слушай, Кузьмич, я на Гоге 7. Третья Сибирь 260. Будешь играть? Я знаю. Знаю. Ну я понял, что ты сказал. Ты, конечно, очень пролагал хорошо, но нет, в Третью Сибирь я играть не буду. Ты же сам говорил, что она говно. Ну, в целом, да. Зачем? Мне. А мне просто реклама вышла на почту от Гога. Не, нафиг, нафиг. Третья Сибирь, ура-ура. Скорее караул надо кричать, а не ура. Сушеные бананчики лучше, чем чипсы. Обиженный такой голос Карл. Так, ладно, пошли сжигать ненужное. Где-то сжигать ненужное. Утилизатор не пользуется. Слушай, я под землю не утилизатор пилить, блин, как до Китая раком. Совесть имейте, блин. О, это мы делаем профессионально. Вот. Вот и нефиг. Так. Так, то есть двигло. Двигло у нас где? Двигло у нас у меня в сумке. То есть двигло в центр. Это сюда. Это сюда. Ну что, 9. Поплыли. 9 это... Погодите, теперь это... Прутья и олово. Блять, ай, 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 подберись, не падай. Так. Етить я тут прокопал. Как это? Yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. О, бултых, я нырнул. Ты умер, что ли? Не-не. Ребят, можете кто-нибудь на пирс подойти просто по приколу? Ну, смотрю. Ты где? Подожди, я бегу. Да нет, тут не в том, просто как это. Так чисто, пошутить. Видишь меня? Нет, погоди. Блин, Карл, ты шикарно выглядишь. Взлет такой, пэм-пэм-пэм. Да в воде, в воде. А, на воде-то да. Да как это? Ну... Как это? Я пошел домой. Занырнул, что ли? Ну посмотрите, нет, а я не знаю, блин, сверху видно, не видно, какой-то вот каверна просто вниз уходит. Ёкаламаля. Я за тобой плыву, Кузьмич. Вот. А под водой тоже нихера не видно. А, я сверху, подожди, есть.
Где ты? А, вот. Вон вниз дырка. Да, вижу, вижу. А гравий это тут? Я думаю, чё на меня вечно гравий падает, блин? Кузьмич, а сколько у тебя с собой баллончиков с воздухом? 60. А, тогда ладно. А что? То есть ты это бессмертный типа? Ну, типа, да. Это хорошо. Типа. Типа. А то был бы ты смертный, было бы грустно. Да. Это да. Так, а мне нужно воткнуть в реактор, собственно говоря, схемку. В общем, Карн, ты бы шел отсюда, ей-богу. Ничем. А я сейчас снизу стрелять начну. Ничем. Так. Ты мне не нравился. Так, это мы... Ты мне очень так. нравишься. Но я все равно начну стрелять снизу. То уходи, Карн, уходи. И повторить, да? То есть это сюда... Просто уходи. Потом здесь. Значит, это сюда. Это на 3 сюда. Не хочу это натирать так. Туда. Так. Нужно еще раз, два, три таких теплоотвода. И овер дохуя, сука, недорогие. Блять, недорогие, пипец. Ну-ну-ну. Не переживай. Не плавают морщинки. Бежит, бежит водичка. Да, выход будет 360. Но, в принципе, 360 честных, причем которые есть всегда. Это хорошо. В живой. Рукает чай. Хам, я слышу, что ты стреляешь, паразит ты этакий, опять стены мне портишь. Нет. Железная пластина. Пластина у нас есть. Я тебе не верю. Продолжаем. Кузьмич себя затапливает. Да. Это не я. Это у нас чё, медная пластина? Что-то не стреляешь, что ли? Лазер? Алло? Чё с лазером? Алло. Эй, ты чё делаешь? Теперь золотые чё? Пластины. Кар, ну хорош, блин. Ты... Я помогаю тебе? Не надо, вон нам. Минуту... Не надо ему помогать. Да, меня он уже послал. Кар, не надо ему помогать. Да. Потому что лазер сел, поэтому не стреляет. Не надо мне помогать. Что ты говоришь? Ну что, лазер сел? Нет. Просто он, его иногда глючит, когда рядом с водой стоишь, он начинает глючить, он не стреляет. Такое было. Или наоборот, просто луч этот не прорисовывается, возможно. Сейчас. Ну хочу помочь, Шурик. Харди, Шурику помогай. Вон. Не мешайся. Я сам. Да, я понял. Вот допомогался, блин. Испортил тут всё. Вот в одном месте сделал лажу. Понял. Етить протекло, блин. Карн, вот это точно ты выстрелил посередине. Я помочь хотел. Уйди отсюда. Я ушел, я в доме. Вот сиди там и не вылазь вообще. Зайди в свою комнату и встань в угол. Так, ребят, я вас пока покину. Ну, в смысле, в голос 7 минут, наверное, 30-40. Нифига себе. Блять, ну я в игре. Потом вернусь. Я пока занят. Ладно, ладно. Крафтом просто, пока буду крафтить дальше. Ты сосчитал, сколько раз он кашлянул? Просто я не совсем... На сколько КК минут, я не совсем расслышал. Минут на КК, да-то. Сколько там... Минут.
Одно кхе это сколько? 10 минут или 5 там, поскольку? По-моему, 5. 5, да? Так. Ой, все. А ты давай. Ты же сказал, ты ушел из голоса. Все, иди давай, иди. Вот даже. Иди отсюда, иди. Старпёр. Ох, ё-моё. Ладно, Шурик, ты не переживай. Мы тебя вместе с твоей девушкой так помянем, так помянем. Не, вы так не сможете. Сможем, сможем. Значит, раз, два, три. Будем ему в уши долбиться. Хе-хе-хе-хе-хе делать. Может быть. Шурик, иди отсюда, заколебал, блин. Ты скалу ходишь, все, уходи. Вот, ушел. Так. Там, там. А он сказать ничего не может. В смысле? Ты что, его замьютил, что ли, или что? Нет, я у него забрал меч. А? Да, сказать-то он ничего не мог. Такой стоит, такой что не понимает, такой мне подходит, прыгает, прыгает. А, сказать, что не может. Ты жесток. Ты чувствуешь себя мировым злом? Да. Блин, дурацкий гравий, а чтоб его, вот он падает сверху, блин, все портит нафиг. Хар, вот это твоя проливалка посередине, блин, просто прибил бы на месте, а все испортил, блин. Помощь. Помощничек, ё-моё. А? Змеич. Не исправить? Уйди. Не подходи сюда. Ладно, пошел исправлять. Взял с собой один камень. Всего лишь один камень. Пойду исправлю. Да, растеклось. Растеклося. Тебя что там задушили, что ли? Удава. Так, то сейчас идея какая? Расплескалась нива. Расплескала. Идея сейчас такова, что нужно убрать все лишнее и ненужное. Тем самым. А потом на самом ты где-то. Сделать затычку. О. На самом верху сделать затычку большую. Сейчас делаю. Я просто не могу в фонтан зайти. Ты забей ты, блин, сделаешь. Ай! Где? В корень упал. Есть. Так. Да, блин, да что за хрень? Как это работает вообще, не пойму. Идешь, блин, тебя начинает сносить, потом вдруг раз резко ведет в ту сторону, в которую ты шел, блин. Есть затычка. А толку? Где затычка? Где? Вот же течет посередине. Ты на самом верху, что ли, заткнул? Да. Ну. Видишь? Там капелька осталась. Это так, это, чтобы это... Роса, утренняя роса. А. Так, Хар, ты чё? Зачем подходишь-то? Смотри. Я ж стреляю. Я ж смотреть. Так, тут вода пошла, хорошо. Прикольно, ранец под водой работает. Кто работает? Ранец под водой работает. А мне другой веселит, что вода почему-то не растекается, как положено. Растекается, а где-то нет. Вот здесь вот, например, упала столбом и стоит на месте. Дальше не течет почему-то. Ну там может быть
Если нет, поэтому кажется, не рассекать. Да, давай наверх, а. Ага, есть все. Давай, давай. Пробивайся. А ты знаешь, что Шурик сделал? Нет, что он сделал? Он надел водолазный костюм. Зачем? Знаешь, чтобы тебе покостить. Надеюсь, что это не... Мне такое счастье совсем не нужно. Не лагай. Я говорю, мне такое счастье нахрен не нужно. Mm-hmm. Пакостить еще мне тут. Блин, здесь вода есть, а здесь почему-то нет. Почему-то так. Давай пробивайся, чтоб тебе. Музычка такая играет от пианино, и водичкой все заливает. Дождь на улице еще добавил. А, так вот что у меня тут так, так протекает. А я думаю, что меня сверху заливает так жестоко? А это дождик наверху. Да, слышь, дождик. Ну ладно, ты меня успокоил. Ну? А я уж думал, все. В воду попал. А. Угу. Так, ну что, распихиваем все по сумкам, как обычно. Как обычно. Так, фак ель. Фак ель. Так. Вот, восьмерка. Так, это сюда. Кольчуга. Нахрена мне кольчуга. А, со скелета снял. Дожили. У скелетов кольчуги ворую. У скелетов кольчуги ворую. Самый худший доспех. Ну, хочешь сказать, хуже кожанки? По-моему, да. Да ладно. Может, получше. Чё-то уж как-то совсем. Блин, темно, как не скажу где, дабы расистам не прослыть. Значит, так глупо делался. Что? Чё говоришь? Надо было делать повыше, было бы свет. В принципе, ты прав, пятачок. Да блин. Я вообще пошел перекурю. Иди, иди. Окей? Иди, 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 иди. Можно, разрешаю. Дозволяю, уходи всю и не возвращайся. Пошел. Иди, иди. Да. Куда тебя все несет-то, елки-палки? Ну. Ох, геморрой еще. Дождик снаружи. Блин, я уж испугался. Думаю, что за чудо еду носится. Так с минут ни в чем не повинность. Сверху принесла.
Че тебя так носит-то, блин? Жареный осьминог. Так, тут у нас поверхность, да? К слову сказать, очень странно. А, подождите, так это не край. Тьфу ты, это не тот, точнее, край. Не сухой край. А мокрый. Что не очень хорошо, честно говоря, да? Мягко говоря, не очень хорошо. Так, F7, блин. Что-то я совсем забыл про эту замечательную кнопку. Так, куда ты? Стой, остановись. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам. Так, восьмерка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Хорошо. Хорошо. Хорошо-то хорошо, да не очень. Еще три факела. Какого дьявола? По три факела достаю откуда-то все время, блин. Так. Надо собрать все, что там нападало. Опять, блин, несколько факелов. Да. Собрать все, что тут упало. Обязательно в порядке. Опять факела. Та-т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 а
И не очень. Ля-ля-ля-ля-ля. Угу, ясно. Всплывай, всплывай. Так, а это что у нас? А, точно. Я же этого. Какая спрута у контра купил. Было такое дело. Так, 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 так. Еще, мать его, за ногу три факела. Еще один факел. Блин, достало уже эти факела. Повсюду. Вообще движения, считай, нет. Очень плохо. Может, я доспехи подводные все соорудить? Не заморачиваться. Просто доспехи с подводником. У меня уже тут спрут плавают. Да, я видел сверху дофига их. Не, ну сверху-то понятно. Спрутеныш. Шурик все что-то делает. И молчит. Делает и молчит. Ну, делает и молчит. Хорошо же. С девушкой, наверное, общается. Так точно. Чем еще? У нее сейчас все вокруг девушки крутится. Да вообще, пец. Да. Потерянный человек. Надо спросить у него, когда свадьба. Ну как?
После первой ошибки. Басон он забыл вытащить. Ага. Тип того. Так, отсюда пошла. Почему она отсюда? О, и отсюда вода пошла. Пробил. Отлично. Есть пробитие. Просто замечательно. Все, шкардосинка. Блин, как же приятно с Айвенхаймером под водой перемещаться. Ну, пока я тебя не научил, ты вот так бы... Что-что? Я говорю, пока бы тебе не показал, так перемещался бы пешком. Ты мне разве Айвенхаймер показывал? Ну ты все думал, почему так прыгаешь, я тебе показывал же. А, ну это да. Ну ладно, ладно, окей. Уговорил так и быть. Так, почему у меня музыка не работает? Что за беспредел на ровном месте? Так, давай зелененькую поставим. Да, скоро тут будет темно, как сами знаете где. Это плохо. Что бы такого бы сделать? Что бы такого сделать плохого? Угу. Все, даже не знаю, что делать в Майнкрафт. Ты что, совсем охренел? Угу. Иди в космос, чё? Ну, что ли ты начнёт ругаться? Чё тратишь мои ресурсы? Ой, всё. Свои трать. Строй железную дорогу до деревни. Ну, а чё в космосе делать? Ну, блядь, чё это? А, делать нечего. Начинай строить. Здорово, ты вообще просил. Просил. Я сейчас жду, когда начнешь. Я уже в ней разочаровался. Шучу. Почему? Она пока не нужна, Кхар, пойми. Ну что делать? Куда ее делать, блин? Между туалетом и ванной, что ли, ставить? Так я ничего. До деревни доведи жителей. Что, новый русский, что ли? До жителей деревни, реально, жителей. Да они сами там. Машину этим железнодорожным маслом. Второй у них спиздил. Почему спиздил? Нашел, лежал бесхозный. Тихо спиздил и ушел. Называется. Нашел. Не догнали. Ой. Песочек посыпался. А раз посыпался песочек, значит пошла водичка. Но это не точно. Да куда уж точнее. Водичка-то реально посыпалась. Чей полилась. Так что нет. Это точно. Так, водичка, значит, идет вот от сих, да? Окей. Больно. Че это? Шахта добыла три этих. Три чернильных мешка. А, все, она перестала копать. Спруты ни за что пострадали. Угу.
Заплыли под карьер под шумок того. Захавал. Что-то за странная руда такая, да, пофиг. Что надо двигать? Ну, наверное. Надо. Мне он тоже уже тут три чернильных мешка. Да, куда подвинуть тебя? Куда бы тебя подвинуть? Просто дальше. Где бы тебя поставить? Так. Странно, что свет наверх не пробивается. Почему-то он 2D добился, а света нет. Наверху ночь, что ли? Угу. А, ну, может, из-за этого. Просто не видно. Ладно, пусть так. Так, ну приблизительно, ладно, прикинул. Можно здесь вот. Доставь куда-нибудь, чё ты. Ты его дома просто как лучше. Не думай. Просто сделай. Типа тут. Вторая точка где-нибудь тут. Ах, карьер, карьер. Вот я тут со своим промышленным лазером карьер устроил. Подводный, блин. Не, ну прикольно, когда он сам просто копает. Ну прикольно, только делать нечего в игре становится, а так прикольно, да. Почему? Ну ты сам говоришь, что тебе делать в игре нечего. А так бы сейчас, понимаешь, каменной киркой добывал бы обсидиан. Нет. За полчаса один добыл, уже счастье. 4 каменных кирки сломал, пока один добывал. Они сейчас чинятся. Ты чинишь кирки? У меня алмазная кирка, блин, с максимальной прочностью. Она в принципе не ломается. А на остальное есть электроэнергия. Лобзик? Да, лобзик точно.